огромное спасибо нашей чудо-бабушке. Нет в мире слаще чая и ее оладушкам. Нет в мире слаще чая. Нет в мире слаще чая. Нет в мире слаще чая и ее оладушкам. Малиновым будем пить чай, свежих оладушков ты нам давай. Чай не пьешь, какая сила, чай попил совсем ослаб. Чай не пьешь, какая сила, чай попил совсем ослаб. Чай не пьешь, какая сила, чай попил совсем ослаб. Сотрудники МГИБДД совместно с юным инспектором дорожного движения, ребятами из детского дома «Пеликан», была проведена очередная акция по безопасности дорожного движения, цель которой была это профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. Действительно, цифры, которые имеются в статистике как Выксинского района, так и Нижегородской области, говорят о том, что говорить о том, что все спокойно, и действительно борьба с пьянством у нас стоит на должном уровне, конечно, еще рано. Вот. Теми проведенными мероприятиями, которые сотрудники органов внутренних дел совместно с администрацией, совместно с районным отделом образования проводят, конечно, недостаточно. Ну и сегодняшняя акция свидетельствует о том, что действительно, может быть, через обращение детей к водителям, наверное, все-таки кто как не дети могут донести свои просьбы, мысли, позывы о том, что они хотят чувствовать себя на дороге, наверное, безопасно.